президенту парламента Евросоюза господину Мевлюду Чавузоглу. Полностью соблюдая международные законы, обращаемся к вам, представители Большого национального объединения и общественности, с требованием изучения вопроса адских условий заключенных, арестованных режимом Саакашвили. И вопрос должен быть изучен как на международном уровне, так и участием грузинской общественности и разных политических партий, что и является главным требованием политзаключенного Цукне Гамсахурдия, сына президента законной власти Республики Грузия Звиада Гамсахурдия, который из его 40-дневной голодовки уже 21 день как голодает сухой голодовкой в знак протеста, избиений, пыток и нарушения прав человека в тюремных условиях. Поддержку заключенных и голодающего Цукне Гамсахурдия проводятся митинги протеста перед зданием парламента. Отметим, что 11 июня во время мирного митинга общественности были арестованы трое членов Большого национального объединения и приговорены к тюремному заключению.